На лошадях ахалтекинской породы в боксах. И это старт скачки. Первый выигрывает Ророк. Его захватывает Каракурт. Скачку повел Мелибатыр. Мелибатыр по бровке. Полевой стороной Каракурт. Тут же вторым. Далее. С небольшим просветом на третьем месте Муратбек. Фаис. Ророк. Гуджуршах. Разбег Немо. Лошади выходят на противоположную прямую. Лидирует Муратбек. Лидирует Мелибатыр. 500 метров пройдено за 33,9 секунды. Мелибатыр впереди. Каракурт вторым. Фаис третьим. На четвертом месте Муратбек. Далее Гуджуршах. Ророк. Разбег Немо. Мелибатыр лидирует по-прежнему. Каракурт вторым. Полевой стороной Муратбек захватывает Мелибатыра и выходит вперед. Скачку повел Муратбек, вторым Мелибатыр. 500 метров пройдено за 36 секунд. На третьем месте держится Фаис. Четвертым тут же Гуджуршах. Лидирует Муратбек. Вторым Мелибатыр. На третьем месте Фаис. Ророк выходит на четвертое место. Гуджуршах отпадает. Ророк броском захватывает Мелибатыра и выходит на второе место. Выход на финишную прямую. Компанию на финишную прямую выводит Муратбек. Тут же Ророк. 500 метров пройдено за 36,1 секунды. Ророк по левой стороне захватывает лидерство и выходит вперед. Скачку повел Ророк. На втором месте Муратбек. Третьим Мелибатыр. Четвертым Гуджуршах. Гуджуршах атакует Мелибатыр и выходит на третье место. Ну а Ророк приближается к финишу первым. Ророк выигрывает скачку. Вторым финиширует Муратбек, третьим Гуджуршах, на четвертом месте Мелибатыр. Пятым финиширует Фаис, разбег Немо шестым и замыкает скачку Каракурт.